Добрый день, друзья! Меня зовут Глуховеров Сергей. Я являюсь директором компании Travel Experts и с этого года президентом Кыргызской ассоциации туроператоров. Мы долго думали, что можно сделать необычного для рекламы Кыргызстана, так как в этом году, по сути, наш туризм остался без клиентов, и мы бы хотели увеличить поток гостей, путешественников в следующие года, чтобы нам всем было достаточно работы и Кыргызстан начал быть узнаваемым в мире туризма. Для этого мы запускаем проект, он называется «Пазл Ашар Туризм». То есть пазл, когда мы из маленьких частей, объединившись, можем делать что-то полезное и хорошее, не затрачивая больших средств. Ашар, кто жил в селах, знает, когда методом Ашара люди роют каналы, строят школы, помогают кому-то из своих близких. Первая идея возникла, когда мы обратились к нашим подписчикам и решили сделать общий видеоролик о том, как на лыжах спускается парень с девушкой в национальных костюмах, потом выходит Беркучи с орлом, рядом играет Комус, все снимается с дроном. Идет интересная комбинация современного мира с нашим национальным колоритом. К нашему большому удивлению, за сутки нам обратилось более 30 человек, которые предложили костюмы профессиональные, питание в дорогу, залить бензин, поехать водителями, сняться в ролике. Даже люди, которые запускают воздушный шар, огромный из Бишкека, обратились сами с желанием присоединиться и участвовать в этом ашар-туризме, чтобы сделать что-то солидное, крутое, незабываемое для страны. И мы подумали, почему бы нам не сделать небольшой союз без членских взносов, без документов, просто союз молодых людей, и немолодых тоже, у кого есть интересные идеи, но нету времени выехать в горы, или нету средств поехать в далекую экспедицию. А мы, запуская клич в соцсетях и в WhatsApp-группе, сможем это все координировать. Можно делать проекты как бюджетные. Мы допустим буквально на днях новый видеоролик, когда с чашкой все чокаются на фоне достопримечательностей. Мы дали клич буквально в 5 стран, и за 3 дня нам выслали около 60 роликов одного типа. Мы это соединим, и каждый участник сможет разместить у себя на странице этот ролик, но поставить логотип своей компании. В выигрыше остаются все. И участники, которые тратят свое время, силы, энергию, и весь Кыргызстан, все 5 станов, которые смогут рекламировать свою страну оперативно и, главное, недорого. Поэтому призываем вас участвовать активно. У нас будет 2 вида встреч. Один вариант – это в отелях. Уже несколько отелей заявили желание давать конференц-залы, и мы сможем прийти, устроить кофе-брейк, мозговой штурм, придумать что-то интересное, необычное и сразу разделиться. Ты отвечаешь за машину, вы даете отель, мы заправляем бензин, кто-то едет гидом, мы это все комбинируем, делаем классные ролики и запускаем все это в интернет. Плюс очень важно отметить, что это не только касается видеороликов, это касается любых фишек, которые будут интересны и вкусны для туристов. К примеру, летом мы запускали флешмоб, дали клич и поставили знаки Муравьев, пешеходный переход в Аларче. Один человек придумал идею, другой предложил поехать доставить все эти вещи. Третья поехала девушка, договорилась с администрацией Аларчой. Потом пустили клич среди ребят, кто хочет поехать закопать эти знаки, установить. И буквально за 3-4 дня мы, не тратя больших денег и физических затрат, скопом, ашаром сделали хорошее дело. Там нет логотипов ни нашей компании, ни других фирм, но люди ходят, улыбаются, туристы радуются и становится еще интереснее путешествовать в Кыргызстане. Внизу в нашем посте будет указан телефон, который можете изъявить желание. Мы включим группу WhatsApp, чтобы не всегда встречаться, все-таки ковид дает свои последствия. И в группе WhatsApp мы можем оперативно обмениваться идеями, каждый будет изъявлять желание, что он хочет быстро сделать. И мы очень четко, быстро, главное, дружно сможем делать интересные вещи для развития Кыргызстана. Присоединяйтесь, давайте сделаем Кыргызстан мечтой туриста.